szyfą. Я хочу совершить победу в этом состязании, которое сейчас будет, и во славу наших прекрасных дам постараться победить противника, не нанося ему ударов. Что? Неплохо. Встречайте мессира Панкраса Дунгеля. Мой господин, сэр Панкрас Денгелег, призвал меня вспомнить, что я все-таки герольд его. И он говорит о том, что во славу Господа и присутствующих здесь милых дам, он будет сражаться двуручным мечом, держа его одной рукой. При этом он снимет перчатку. Действительно, просто победить противника – это рутинная, будничная работа каждого рыцаря. Поэтому сейчас рыцари оба возложили на себя обеты. Итак, Панкрас решил сражаться тяжелым мечом, держа его лишь одной рукой, и чтобы не иметь возможности схватить в бою этот меч другой рукой, он снял с нее защитную перчатку. Его же противник будет сражаться полуксом, но при этом обязался не атаковать ударной частью и бить лишь тупой стороной. Пусть закроют. Представитель церкви нашей Господней призывает господина Панкраса в случае победы посвятить эту его победу Богу. Если, конечно же, сэр Панкрас настолько благочестивый и боголюбивый муж. Итак, готовы ли бойцы? Готовы ли зрители? 30 секунд боя. Прекрасный проход. Не устоял на ногах противник. Я напоминаю, наши судьи не считают ударов. Наши судьи лишь смотрят за соблюдением основных правил. Решение в этом бою будут выносить прекрасные дамы. Насколько тяжел этот меч, когда удар невозможно практически остановить после нерезультативной атаки. Каждая атака уводит меч с линии защиты. Ааа!
не выдержал ремешок, и противник остался без шлема. Поединок окончен, и сейчас пусть прекрасные дамы вынесут свой вердикт. А мы давайте же поаплодируем нашим бойцам. Они действительно сражались согласно обету, не беря меч в левую руку и не атакуя ударной стороной тяжелого топора, лишь его древком. Ну а маршал сейчас огласит нам решение, да? Достопочтенная публика, уважаемые дамы, они вынесли свой вердикт. Они говорят о том, что по очкам, конечно же, победил Анри де Корне. Но в этом поединке они присуждают победу Панкрацу Денгелек, так как они решили, что захваты, которые проводил Анри де Корне, были не столь куртуазны. Мы приветствуем и принимаем решение прекрасных дам и аплодируем нашим бойцам за проявленное мужество и умение владеть своим оружием на высочайшем уровне. И приглашаем Лайк Уолфи на аресталище.